Всероссийская гостелерадиокомпания была учреждена 14 июля 1990 года. Спустя несколько месяцев в эфир вышло «Радио России». А 13 мая 1991 года началось вещание телеканала РТР, который с 2001 года начал называться «Россия». Тогда же в эфир вышла первая информационная программа «Вести». Это стало началом новой эпохи на отечественном телевидении. Мы гордимся своей причастностью к столь масштабной структуре, значимой структуре. И, по-моему, вносим свой достойный вклад в развитие структуры ВГТРК. ГТРК «Хакасия» сегодня самая крупная и влиятельная СМИ в республике. У нас всегда была самая современная производственно-техническая база в Хакасии. А с марта этого года наша телекомпания работает в новом цифровом формате на оборудовании мирового уровня. В ГТРК «Хакасия» без лишнего хвастовства работают одни из лучших журналистов республики. По многочисленным социологическим опросам, подавляющее большинство жителей Хакасии доверяют именно нашим новостям. Привычка уже, потому что мы много лет смотрим эту программу. То есть мы уже как бы выбрали когда-то, видимо, свою программу. И вот уже по привычке включаем и смотрим эту именно программу. Самое правдоподобное, что то, что реально происходит. Мы смотрим. Как-то больше доверяешь Вести. Молодцы, продолжайте в том же духе, все у вас отлично, успехов, удачи во всех ваших начинаниях, и не знаю, ну вот, чтобы все у вас было хорошо. Еще одно подтверждение нашего профессионализма – заместитель директора начальник службы информации ГТРК «Хакасия» Дмитрий Драничкин удостоен медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Уже подписан указ президента. С нашим 25-летием можно поздравить и наших зрителей, которые все это время с нами. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.